Региональный оператор по вывозу и утилизации отходов «Эколайн Воскресенск» в Международный женский день подготовил для жительниц Подмосковья сюрприз. Как водители удивили люберчанок, расскажем в сюжете. Здравствуйте. Поздравляю вас с 8 марта. Всего вам наилучшего. Спасибо огромное. Первый раз, неожиданно, но приятно. 8 марта сотрудники «Эколайн Воскресенска» встречали люберецких женщин в белоснежных перчатках и корзинами со сладостями. Праздничную акцию инициировали сами водители мусоровозов. Каждый день сюда приезжаем на мусорную площадку, много видим женщин, девушек. И в честь праздника решили вот сами сделать подарок им. И решили назвать нашу праздничную акцию вместо слов «подарок». Конечно, мы поддержали акцию. И самое главное – дарить людям тепло, заботу и внимание. Каждый день они вывозят сотни контейнеров, поднимают на себе, если нужно, тяжелый груз. Приезжают в самые-самые сложные, труднодоступные места. Но при этом они у нас очень творческие ребята и очень душевные. В женский день жительницам Подмосковья вручили более 1000 сладких подарков. Региональный оператор провел эту акцию впервые. Теперь она станет ежегодной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.